Буква «Л» в этом имени придает личности артистизм, богатую фантазию, литературные способности. Обладателям этого имени не следует забывать, что в большинстве случаев они лишь игрушки в руках слепого рока. Нужно вовремя остановиться и не наделать фатальных ошибок. Звук «Ы» в этом имени символизирует непробиваемое и нечто огромное. Буквенное значение имени во главе с буквой «А» означает силу духа и стремление к успеху во всех сферах жизни. Они отличаются смелостью и умением достигать цели. Люди с буквой «С» в имени часто в зависимости от обстоятельств меняют свои поставленные цели. Звучание буквы «С» не вызывает раздражения. Квартира без сквозняков, шуба из натурального меха и полный деликатесами холодильник вот могут стать пределом мечтания этого имени. Буква «Ы» в этом имени дает человеку чувство сопричастности, при этом владельцы имени всегда стремятся к справедливости. Ради справедливости они способны на любые действия. Букве «А» свойственна сила и лидерство для этого имени. У обладателя согласной «Л» в имени тяга к телесному комфорту может отодвинуть в тень все другие виды душевных порывов. Чувство сопричастности, практическая сметка, тяготение к материализму, приземленность духа. Владелец этого имени должен бороться со своими недостатками и дать возможность проявиться своим многочисленным достоинствам, таким как умение руководить большими коллективами, ясный ум, деловое чутье. Буква «С» в этом имени означает здравый смысл. Обладатели этого имени достаточно трудолюбивы. Дорогой друг, поставь лайк под видео и подпишись на канал. Мы зависим от твоей помощи.